Всем добрый вечер, друзья, дорогие зрители, пламенный привет. Сегодня встреча в Invictus vs Attributes. Наверное, долгожданный матч, возможно, кто-то очень желал его увидеть. Но посмотрим, как развернутся события на наших с вами экранах. А на этот вечер для вас будут работать Максим Чаев-Терентьев и Илья Стиви Хайдаров. Доброго времени суток всем, дорогие друзья. Ну что же, реванш? Реванш. Игроки команды Invictus eSports уже как-то раз проиграли команде Attributes. Посмотрим, справятся ли они сегодня и смогут ли наверстать упущенное, или же все-таки Attributes вновь продиктуют свои правила игры. Узнаем совсем скоро, дорогие друзья. И также в завершении этого матча у нас будет специальный гость. А кто это, вы узнаете немного позже, но вы все прекрасно знаете этого человека. Неоднократно его видели, слышали и так далее и тому подобное. Тем временем, карта «Буря в пустыне». Invictus'ы вчера уже показали своим оппонентам, на что они способны. Посмотрим, смогут ли сегодня они вырваться из-под натиска команды Attributes. Том игра подлиннее. И Соу в параллели нашел выход от Энки, который он закрыл благополучно. И теперь у него перестрелка была также против первого этажа. Там кемпер команды Invictus пытался запикать своего оппонента, но тут метака. На размене сыграл очень хорошо. И ситуация 4 в 4 на проход по длине. Проход по длине с Вит, с Райденом хорошо закрывает. Но Вазик играет на размене. Ситуация 2 в 2. И выход от очередного от метака. Закрывает он игрока. И остался один лишь план ситуации против двоих. Тяжко придется Михаилу, но тем не менее я бы не сказал, что это не по его силам. Выход имеется под аплейнт, информация у Райдена уже появилась, но Райден тут же теряет голову. В принципе, у него было и так 7% здоровья, очень тяжело было бы оказывать противостояние. Но тем временем Митака заходит на позиции мида, и просто план мимо него проходит, все спокойно, все хорошо. Митака тем временем чекает бомбсайт, он прекрасно слышал перемещение плана и открывается и к нему в спину. Михаил... Ну, досиделся, все-таки минус имеется от Митака, и как результат раунд в копилке команды Invictus eSports. А Митака, а он думал, что еще кто-то есть, да, сидит такой под медом. Ну, давай, иди сюда, сейчас все будет великолепно. Но, тем не менее, друзья, первый раунд в копилке команды Invictus eSports. Я думаю, в этот момент они просто, ну, коллективно обсуждали этот момент, как так получилось, и, да, думаю, сейчас они уже небольшую плюс-мораль получили и к хорошему расположению духа. Повеселились, наверное, ребята о том, что, ну реально, план просто сидел, смотрел позиции площади, выход, ну, с медла, там, тире площадь, и не смотрел вообще никак на позиции кишки. Возможно, с его угла видно было проход самой кишки, я просто не смотрел именно за этим, я смотрю, как он обходит, как Митака обходит плана, но тем не менее... Такая железная игра от плана. Конечно, да, молодец, нервы железные, но следует иногда бояться, наверное, вот так вот лучше сказать. Ну да, и это раунд для коллектива Invictus, а у Attributes'ов походу краш, беда. Но вы можете передавать свои приветы, мы их передадим. Всем привет, кроме плохих людей, писал Серега. Макс, Илья, привет. Я добрый хейтер, он пишет, вот так вот, все, борец со злом. Здорово, Сергей. Всем пламенный привет, дорогие друзья. Там уже пошли догадки, лапа какой-нибудь опять, ну, я не скажу тебе, вот сиди и гадай, лапа там, не лапа, сейчас такой Серега, ай, да все, я угадал, типа лапа, а потом, когда услышишь, такой, блин, как так, что за дела, ну, ладно, друзья. Это уже отдельный разговор. Пока что счет на табло всего лишь 1-0 за игроками команды Invictus eSports. Парни, кстати, начинают за... Ну да, за оборону. Кстати, такой типа, а вы не знали, да? Но, тем не менее, интересно, что карту «Буря в пустыне» пикнули игроки команды Attributes, а не игроки команды Invictus eSports. Но, тем не менее, давайте смотреть за продолжением. Invictus уже начинают потихоньку прессинговать выход на площадь. Райден закрывается с мида, тем временем Фрид находится под дверь кафе, уже ринулся в ТЭшку. Здесь же плановый не смог удержать. Сейчас будут расстреливать спину. Саушки вовремя успел скрыться на длине. Тем временем Вейку надо бы остановить перемещение Виталия Попова. От Эмки минус имеется по его стейшену. Тем временем Вейк разменивается, Соушки в деле. Проход через длину все-таки увенчался удачей, но Б-сайт пока что занять не удается. Митака на смещение с Альфой, и Райден пытается прострелить проходящих игроков по длине. Свит поддерживает, находят они на пару для себя фраг. И ситуация 2 в 3, Соу, Вейзик в живых и перетяжка под Альфу. Но Райден, в принципе, слышит, наверное, этот движ и шифт от Вейзика, он также должен был слышать. Есть перемещение...
Соу. Закрывают Райдена, ситуация 2-2, вот тут становится интересно. И сейчас, наверное, в плохой позиционке для себя будут выходить Митака вместе со Светом. И Митака просто не чекает также некоторые позиции для себя на выходе. И атака в лице Везика и Соу закрывает весь выход от обороны. Ну что же, неплохо. Ответ имеется от игроков команды Атрибутс. Молодцы парни, но тем не менее пока что радоваться рано. Первую половину, если сыграют все-таки притык в притык, и мы увидим с вами счет на табло 5 в 4, то в принципе на второй половине будет довольно тяжеловато игрокам Вейвиктус. Но мы об этом говорили с вами неоднократно, и очень тяжело судить именно по сторонам, как будут разыгрывать команды. Команды в последнее время очень грамотно подходят к подготовке карт. Тем временем выход имеется от Фрида на пик площадь. С моста пока что он не увенчался удачей. Тем временем его сгоняют опять же по центральное кафе, принимает решение занять первый этаж. Митак остается на втором. Пошло перемещение от Вейка, и Вейк находит open фраг для своего коллектива. Минус по свету. Дуалы команды Вейвиктус Еспортс уже потихоньку ослабли. Да, именно так. Прошу прощения, друзья. Ослабли дуалы игроков команды Вейвиктус Еспортс. Потеряли света, но тем не менее остаются еще дуалы в руках Митака. Тут очень обидная игра была для Фрида, который не сваншотил выходящего плана, но тут скальтам он все-таки добирается до своего оппонента и забирает его. И тут осталось двое живых игроков, Вейк на длине, и Тэшка играется в Эстейшн, который был уже закрыт Метак, и в соло Вейк выход от него на него против Фрида, и также уходит фраг в его копилку, и очередной раунд уходит коллективу в Евиктис. Но, в принципе, хорошая оборона. Ребята периодически пытаются пикать, чтобы держать напряжение постоянно игроков атаки. И у них, в принципе, получается, как факт, два взятых раунда уже есть. Пошло перемещение на позиции ланга, атрибуты пытаются в очередной раз вырваться на позиции Б-сайта, но по-хорошему здесь можно и закрыть перекрестным огнем, но Свит прекрасно понимал, что к нему полетят хаешки, сразу же меняет свою позиционку, и две хаешки просто в никуда у команды атрибут, тем временем погибает план, неваншоченный, я так понимаю, Вейк вместе с Эвестейшеном, но давайте посмотрим, чем же все-таки увенчается это продолжение раунда. Митака выходит на пик площади, вот-вот по нему должна появиться информация от Соушки, минус по Фриду, Райден на размене. И площадь пока что выбить атрибутам не удается. На длине от рук света погибает Вейзик, Эвестейшн на размене, но три оппонента на карте, и у них на двоих всего лишь 26 хп. Это очень печально. Совершенно не камильфо для атрибутс иметь такое хп, конечно, но не раз разыгрывали ребята подобные клатчи, в принципе. Сейчас у них есть время для того, чтобы обсудить эту разыгровку, возможно, как-то опять же вдвоем ворваться, но вдвоем. Там буквально одной пулей можно, наверное, двоих смести, но посмотрим, как разыграют ребята. Вроде бы как получили для себя уже понимание разыгровки этой. Ну и на следующий раунд, наверное, что-то придумают. Эмка стоит в упоре сейчас на позициях медла, и любой шифт, в принципе, или выход он будет чекать. Вот он слышал свап, но там уже убили его тиммейта, и он выходит на чек площади, замечает спину Эвестейшена, легкий фраг для него, и остался один вейк против двоих. Но по нему есть информация, МК сразу же поджал уже позиции площади, и Вейк все-таки ожидал увидеть здесь аркаду со стороны своего оппонента, находит минус. Посмотрим, куда продолжит свой выход, скорее всего, может попробовать выйти на пик аплейнта, там остается свит на 35% здоровья, информации пока что у Вейка абсолютно никакой не имеется, но все же он продолжает аркаду под альфу и проигрывает перестрелку против свита. Очередной раунд, друзья, в копилке игроков команды Вейвиктус Esports, и пока что парни на лидирующих позициях отрываются уже на два раунда. На два раунда впереди. И атрибуции. Хотел подметить, кстати, каждый раунд взрывается на... В очередной раунд также взрывается каждый раз на этих хаешках. Вейк уже без хп находится. И на аркаду там сейчас идет свит, который будет закрывать, наверное, выходящего игрока. Но почувствовал, что шансы невелики на это выбивание. И ушел в закрытую. Но опять же, как я хотел сказать ранее, каждый раунд от обороны летит хаешка на длину, куда выходит атрибуции. И каждый раунд, опять же, сколько раз я это сказал, но потому что постоянно происходит. Они взрываются на них, теряют хп. Очередной выход, опять это хае было или просто нарелили его, ну, пока что непонятно. Но Вейвиктус себя точно очень хорошо чувствуют, закидывают, попадают все, что нужно, и берут раунды. Вейк в соло против четырех. Так, дорогие друзья, ставки были закрыты.
Так что будьте внимательны. Кто забыл про ставочки, друзья, зовите друзей. Мы обещали, что они сегодня будут. Так что вот ловите. Но тем временем 4-1 счет на табло. Первая половина пока что у нас не славится с вами довольно плотным противостоянием. Один раунд оформили для себя атрибуции и пока что на этом остановились. Выход имеется под верхний из кафе. Тем временем полетели хаешки в ответ от Райдена и Митака. Неплохие минуса. Сошки выходит на перестрелку, находит даблкил от Эмки. Фраг по Вейку залетает, но Вейк перед смертью отдает хаешку на Райдена. Митака разменивается по Сошке. Эвастейшн под шумок просочился все-таки на позиции Б. Плейнта, у него сотка хелсбара. И при этом против него также двое фуловых оппонентов. Бомба была установлена. Здесь еще имеются в запасе парные крисы. Они в принципе фуловые. Но справится ли? Большой вопрос. Пока что принимает решение сыграть на упор выхода под Б-сайт. Но если Фрид примет решение зайти, допустим, через пески, он сразу же может зачекать его стейшена и фазумом закрыть. Ну, в упоре он с дуалами. Чувствует себя, наверное, более увереннее, но Фрид вообще на коне. Проблем не чувствует. Ставит фазум в прыжке чуть ли не. Ну и забирает пятый раунд для себя и своего коллектива. 5-1 более чем хороший счет. Но атрибуты также понимают, как действовать в этой ситуации. И ждем камбэка. Ждем камбэка от атрибутов, которые, опять же, могут сейчас прокадить, могут закрыться. Мы видели с вами, в принципе, и то, и другое, на что выберут ребята против воевиктисов. Сейчас пока что не ясно, опять же. Этот матч должен показывать многое. Так, самое интересное, что команда Attributes, по сути, пикнула карту своего оппонента. Воевиктисы на протяжении предыдущей недели и... В принципе, на ходе этой игровой недели они уже неоднократно показывали себя в деле на этой карте и, в принципе, пытались ее пикать самостоятельно, и у них это удавалось. Допустим, вчерашний день возьмем, да, когда игроки команды Vivictus выбрали эту карту для себя в противостоянии с Винтаж, да, вроде бы вчера они ее играли. Проблем больше было у их оппонентов. Вейвиктусы умеют играть и за атаку, и за оборону на этой карте. Команде Атрибут сейчас банально не удается взять ситуацию в свои руки, не удается взять контроль на карте. Как они будут действовать сейчас на второй половине, неизвестно. Но опять же напомню, что Вейвиктусы в принципе умеют, так сказать, комбинировать стиль игры. Они могут сыграть агрессивно, сделать выпад на площадь. Они могут сыграть максимально аккуратно, допустим, с Фридом в Т-шке, который пойдет казнить выход верхний из кафе, плюсом попытка пика площади. У них довольно много тактик, которые они могут использовать, будучи в атаке. И на данный момент, друзья, команде Attributes, ну, в принципе, одно право на ошибку есть. Уже неплохо, но, тем не менее, надо оформлять 5 раундов, и это очень тяжело. Команде Vivictus для победы всего лишь 2, но посмотрим, справятся или нет. Следующая карта, друзья, будет карта Midtown, но пока что мы до нее еще не дошли. Ну посмотрим, как разыграют. Все игроки вроде бы как готовы. Готовые игроки, вы сами понимаете. Ага, все, все прогрузились, отлично. И мы смотрим за продолжением матча. Vivictus versus Attributes. Vivictus теперь сами находятся в атаке. Фрид по первым таймингам полетел на чек столбов. Никого там не находит. Дело хаешка, в рубашке родился Фрид и аркада. От Attributes на Т-шку пока что безуспешно. Но вот Вейзик во втором играл на этой позиции и нашел для себя фраг. Закрыли позиции кемпера команды Vivictus. И теперь они получили преимущество, опору, на которой они будут держать сейчас свою закрытую игру в стороне за синих. Но, в принципе, неплохое начало. Посмотрим, как сыграют в закрытую. Мне кажется, Вейвиктусы уже должны понимать, что это будет закрытая страта от игроков команды Attributes. И следующим образом расположились команды, хотел сказать, игроки команды Attributes. Двое под Б-сайтом, двое под Аплинтом. Один находится на железе в роли саппорта под любую из позиций. Тем временем Митака дает информацию, что на площади абсолютно никого не имеется. Скорее всего, пойдет перемещение далее под верхний из кафе. Митака попытался собрать информацию под мидом, но здесь все довольно тихо. И сами игроки команды Vivictus и eSports не собираются форсить события. И вроде бы как будут планировать выход на параллели длины и мидла. Пролетели уже хаешки, Митака раскинул их. Райден также будет с Эмкой играть на длине. И куда будет сам выход, пока что не ясно. Вроде бы как раскрывают свои амбиции в сторону Б. И есть заход. Заход от цвета на позиции песков, где он находит уже даблки и видит Вейзика на позициях железа. 12 кп оставляет. И сам на одном хп находится, но он ставит пачку на по плану и также ставит по Вейзику. Отлично. Свит
Красавчик. 4 фрага просто на выходе с песков. Молодец. Отличное выбивание со стороны игроков команды Invictus eSports, и в целом, друзья, команда Attributes потеряла для себя право на ошибку. И если далее они оступаются, они поражены на карте Буря в пустыне, ну а там придется потеть на Мидтауне. Тем временем принимается решение сыграть более агрессивно по мосту, здесь же Фрид находит минус по Солушке, Вейзик моментально разменивается. Попытались сыграть на аркаду площади, но EvoStation сейчас отказывается от этой задумки, нашли минус и отходят потихоньку в более закрытые позиции для себя. Атемки, минус по Вейку закрывают тем временем плана, и EvoStation остается один против четверых. Эта карта явно не их, ну или, по крайней мере, сегодня не их день. У EvoStation появилась информация по Митака, продолжает отсиживаться на позициях Аплейнта в надежде, что оппонент сам придет к нему в ловушку, но бомба была установлена, так что EvoStation придется поторопиться. Надо выбить троих соперников, при этом еще разминировать бомбу, довольно тяжелая задача. Принимает решение выйти через пески, информация по эмке появилась мгновенно, но Калфбар вылетает точно так же. Есть минус от EvoStation по эмке, но далее Свит выходит на пески и наказывает своего соперника. Два раунда к ряду, друзья, на второй половине оформили для себя Invictus, и эта победа на карте Буря в пустыне уже у них в руках. Ну, смотрим за продолжением, как разыграют ребята дополнительный, ну как, относительно дополнительный раунд для себя, опять же, раунды формальности, ну и аркада от Attributes на позициях площади, в Т-шку залетает ХАЕшка под Свита, но она не достигает его, и там играет на размене с Фрид, и Свит также на пистолетах играет очень хорошо, Вейв в прыжке просто ставит две пачки, отлично, метака в соло, дроп на первый этаж, там перестрелка против плана, который кричит уже своему тиммейту «Помоги!» И Вейк приходит на помощь, забирая оппонента своего, забирая также раунд. Вот этот бы раунд, да немного пораньше, было бы, может быть, немного полегче, может быть, поверили бы в себя игроки команды Attributes, но пока что это только двоечка у них в кармане. Прошла аркада тем временем уже на площадь, раскидываются хаешки под тэшку, Фрид пытается хилиться и жить, у него есть информация уже по оппоненту, но пока что дамаг не регается. Пошло перемещение на мидл, Соушки уже готов принимать аркаду со стороны команды Invictus eSports, Вейзик у него в роли саппорта, но остается на 24% здоровья, довольно тяжело будет сейвиться. Но от Сошки все-таки минус, МК и Митака вырываются на перестрелку, минус Сошки, минус EvoStation, Вейк на размене, и МК идет казнить. План пытается еще оформить борьбу, от МК минус по Вейку, от плана опять же размен на того же МК, и ситуация один в один на карте, но здесь, я так полагаю, кто кого пересидит, кто кого подкараулит быстрее, но, судя по всему, Света инфа появится раньше, да. Минус от Никиты Олейникова, и раунд, опять же, отправляется в копилку команды Invictus eSports. Без шансов, сейчас как-то карта вообще уходит коллективу Invictus, 8-2, счет у нас на табло с вами, и просто неумолимо идут вперед ребята, очередной выход на позициях Т-шки от Фрида, которые не попадают, но шума наводит столько, что тиммейты могут ставить фраги, но ставят их пока что только EvoStation. EvoStation уже два фрага дал, бежит на ноль на свапе ХАЕшки и погибает. Эмка пытается разменяться, ситуация 2 в 2, Фрид переводит прицел то на площадь, то на второй этаж и погибает. Райден соло против игры двоих. Но по нему есть информация, там уже полетели ХАЕшки на позиции длины, попытались остановить Райдена по первому таймингу, не удалось, тем временем у Вейзика появилась информация, у Райдена за спиной находится план, и прекрасно это понимал Максим, но, тем не менее, не удается в этот раз остановить своего соперника, и очередной раунд записали на свой счетчик Attributes. Взяли раунд, но опять же, не та сторона, не тот случай, но даже бы если бы они сейчас начинали именно вот так вот, то есть не было тех раундов, которые на прошлой смене были, то все равно ситуация плачевная. И есть, конечно, сейчас фраг для EvoStation, но Вейк уже родовый, тоже, конечно, это проблема, но и будет очередной выход на позицию длины, где воюются, уже втроем выходят, ВМК нашивает площадь пески, Вейзик закрывает его, и также закрывает Райдена, там неплохое как раз-таки принятие выхода есть, и Свит соло, выход опять на пески, где-то мы уже с вами это видели, но ситуация была другая, и Свит погибает, раунд для Attributes. Ну и очередной выход будет на позиции площади от обороны, которая начекивает уже сейчас Фрида, закрывает его. Позиция Т-шки сейчас будет возобновлена Метакой и Светом.
которые идут как раз-таки на выбивание позиции металла. Но тут ТВ Стейшн все равно готов на любой дроп, и ловитесам сейчас тяжело будет что-либо показать, потому что бесконечный град хаешек, план массового убийства, Райден соло, его закрывает спину, и это очередной раунд для коллектива Атрибутс. Но Атрибутсы пытаются еще как-то дать бой, набрать хотя бы немного раундов для себя, дабы не позволить своему сопернику поверить в себя, так скажем, на 100% на карте Буря в пустыне. Но тем временем... Бесконтактный бой! Пошло, парни, поехало. Нормально. Вот если бы так сыграли с самого начала, было бы великолепно просто для игроков команды Атрибутс. Но опять же, вот это если бы, дабы мешает. Но тем не менее, друзья, вторая карта этого противостояния — это карта Midtown. Опять же, карта довольно коварная, с учетом того, что у команды Vivictus eSports в наличии имеются довольно неплохие снайпера, да, и М-ка может поднять снайперский девайс, все мы с вами помним. Это извечное противостояние, когда Фрид еще играл в команде AOXZ, а М-ка играл в команде Vivictus eSports. Как только мы видели с Германом Midtown, мы говорили: «Ой, нет, так, все, битва снайперов, погнали, поехали». Так что будет очень тяжело игрокам команды Атрибут сейчас разыграть эту ситуацию, опять же, будучи в атаке на карте Midtown, с учетом того, что снайпер уже занимает позиции центрального кафе, но, возможно, здесь готовы отстреливать своего оппонента Атрибутсы. Фрид тем временем занимает уже упорные позиции выхода четверки. В принципе, никак стиль игры его не меняется. Мне кажется, должны понимать, как действует их оппонент Атрибутсы. Но здесь, опять же, Фрид спокойно выходит на перестрелку с четверкой, минус уже имеется по Вейку. Вейзик попытался разменяться, у него это удалось, отлично. Но атака пока что выжидает тайминги. Выжидает тайминги, да. Но размен уже по одному был, и в том и другом коллективе. Так. А, да, все, отлично. В том и другом коллективе были минуса, и пока что никаких действий не предпринимает ребята, и в принципе все закрылись. Но опять же, да, Атрибутсы-то играют в атаке, и им закрываться не имеет смысла сейчас, и нужно куда-либо будет выходить. Но там М-ка закидывает хаешки на позиции длины. Войзик минул ее, и перестрелку с М-кой может сейчас не пережить, потому что 6 кп, и подкрепа подтягивается от метака и закрывает очередного игрока атаки. И вот уже больше проблем становится, и ребята холдят опять же, и этот холд им ничего пока что не приносит. Выход имеется на семерку, ну как выход? Попытка, наверное, чек, смещение внимания своего оппонента на позиции Б-сайта. Откинули смоки, потеряли пару осколочных и тут же смещается на центральное кафе. Выход уже имеется, но Свит тут как тут, готов принимать своего соперника. Накинул немного демеджа и продолжил аркаду по центральное кафе в одиночку. От Эвестейшена планы, и вновь Эвестейшена, неплохие минуса. Райден остается один против двоих на перемещении через КТ. Соперник уже занимает вино А-плейнта, план готов. Готовится принимать выход через КТ-спаун. Бомба будет установлена от Эвестейшена, но Райден пока что выжидает тайминги для себя. Он прекрасно слышит перемещение своего соперника, догадывался о позиционке плана, но, тем не менее, ликвидировать его префайером не удается. Также залетает пару хаешек в никуда от плана. Райден минус, и Эвестейшен на размене. Ну что же, раунд довольно тяжелый, валидольный, но тем не менее в копилке игроков команды Атрибутс начало карты Midtown положено. Посмотрим за продолжением. Посмотрим за продолжением. Очередная игра на ЦК, и уже кемпер есть в стане Атрибутс. Вейк поменял свой девайс, но пока что успеха не нашел для себя. И идет на позиции 7, где сейчас находится Райден, который чекает как раз таки вход на Б. Но он сел, и если вдруг вовремя не среагирует, то будет, конечно, беда, его поймают. Но он сам также сидит в хорошей позиционке, ему-то надо смотреть вот в один угол и чекать заход. Но тут лежит смоук, чуть проблем он, конечно, приносит, но там можно играть просто на подсветку никнейма, когда, ну, сейчас рассказываю, может, для кого-то раскрывая секреты, разрывая шаблоны, но когда лежит смоук и противник проходит по вашему прицелу, то подсвечивается никнейм, и по нему уже можно стрелять. Поэтому иногда, если вдруг вы видите, что кто-то неожиданно вдруг начал играть и стрелять через смоук, то, знаете, он мог просто увидеть ваш никнейм, и это не говорит о том, что он там ВХшник.
Тем временем атрибуция опять же возвращается к своему довольно медленному стилю игры. Уже практически 1,5 минуты прошло от начала этого раунда, и до сих пор у нас с вами не было как таковых перестрелок и разменов. Выход имеется по центральной кафе, пытаются хаешками зазонить М-ку, у них это удается. Неплохой минус имеется от Вейзика. Фрид на двойке пытается остановить выход четверки, но тут уже битва снайперов при поддержке штурмовика Вейзика, но, судя по всему, здесь ничего хорошего из этого не выходит. Заход имеется на Б-сайт, где Райден пытается соло остановить этот выход. В принципе, у него это с одной стороны удается. Немного задержал своего соперника, выиграл время для тиммейта. Свит закрывается на позициях широкой. Есть информация по перемещениям его стейшена. И здесь еще смог довольно неприятный падает для игроков команды Атрибут, отрезая абсолютно весь обзор бомбсайта. Подтягивается Митака через перемычку и расстреливает двоих своих оппонентов при дропе на зонты. Ответный раунд от команды Invictus eSports. Друзья, в этот раз медленный стиль игры не помог команде Атрибут. Но он с переменным успехом заходит, и мы с вами вчера видели, еще однажды также видели игру атрибуцев в таком стиле для себя, и он опять же с переменным успехом. Фрид находит фраг по Вейку, и опять же начинают атрибуции с минуса в своем стане, и опять же продолжать так, это конечно тяжело. И очередной чек был от Фрида в позициях медла, пытался найти он фраг, не нашел, и пошел закрываться в стороне альфы, где ему будет поудобнее, наверное, с таким количеством халсбара чекать эту позицию, а на его место встал Митака и, кстати, МК. Вдвоем сейчас смотрят ЦК. Ну что, опять же смоки на четверку. Пока что под эти смоки, в принципе, спокойно удавалось действовать снайперу команды Invictus eSports, да и, в принципе, его сейчас переставили под позиции аплинта. 28% здоровья остается у Виталия Фрид-Попова, а по центральным кафе тем временем остается МК. Плюсом у него саппорт в лице Митака, но Митака принимает решение отойти на КТ-спаун. Скорее всего, пойдет укрепление Б-сайта. Собственно, где Вейзик уже пытается навести шороху. Мне кажется, у Райдена была информация по перемещениям Андрея, но тем временем Свит на простреле с бомб-сайтами. Минус по Вейзику. И пока что команда Атрибутс продолжает нести потери. Не знаю, как они будут действовать в дальнейшем, но выходить на перестрелки с соло и надеяться на то, что вот-вот сейчас найдем размен, пока что не удается. Выход имеется от Солушки, минус по Свету, тем временем Райден на размене и на добивании. Даблкил в его кармане и как результат раунд для его команды. 2-1, 2-1 ребята уже ведут, продолжают вести каждый раз, они задают темп, задают жару своему оппоненту, который вынужден постоянно лишь преследовать. И преследователями как раз таки являются атрибуты, а теми, кто сейчас на коне, опять же, это Invictus, который себя очень хорошо, в принципе, чувствует, имея уже как минимум хотя бы, опять же, карту и очередной опен в этом раунде. Не знаю, проблемы они сейчас вообще не видят. И не видит их вообще Фрид, выходит на респаун. Просто первый, второй пошли до соло, который остался в соло. И может его Фрид заберет, но тут запнулся в лесенках. Выпрыгивает на респаун, уже фраги закончились. ГГ, ГГ в этом раунде, но и еще может попытать свое счастье в следующем. И вообще проблем они сейчас вообще не видят. Они просто давят, все у них, все получается. Виталий, там все хорошо у вас, там что вообще происходит, почему снайперу позволяют так нагло себя вести? Просто парень врывается через центральное кафе на четверку и пошел щелкать фраги. Да, пускай сейчас у него счет там на табло 5-1, когда многие могут сказать, да он там и за двадцатку может настрелять. Как, понятное дело, но тем не менее, матч довольно серьезный. Два титана легендарного дивизиона встречаются на данный момент на этой карте. И Фрид просто вместе со своей командой диктует правила до последнего. Атрибуты не могут найти путей решения проблемы. 3-1 счет на табло и... очень печально. Я от этого матча ожидал гораздо большего. Я, к сожалению, вот пропустил тогда момент, когда на прошлой неделе атрибуты играли против Invictus. У меня выбило интернет. Сейчас я думал, а, ха-ха, будет жаришка. Но что-то как-то пока что нет. 3-1 счет на табло, и команда Invictus eSports на коне. Полетели хаешки по даплейнт, но куда будет выход? Вопрос. Свит на прямо центральное кафе забирает уже выходящего на него Вейзика. Там Вейк с кем будет поддерживать. Свит рядовый. Сейчас достаточно Вейку сделать одну пулю с кольта, но он и с кемпой добирается. Тут Фрид опять же в прыжке ставит хороший килл по своему оппоненту. Забирает очередной раунд для себя. Счет 4-1 на карте Midtown. Атрибуции. Вот, ну все. Это. Я не знаю. Сейчас просто важно было бы, наверное, выйти на паузу, обсудить, что реально происходит не так. Или этот стиль холдовый, который они часто выбирают, оставить сейчас на обсуждение. И то есть они попытаются найти, наверное, еще фраги какие-то, и вот как раз-таки потратят время на то, чтобы решить.
куда пойти, где найти эти самые фраги, как побеждать. Вновь они принимают решение выйти на центральное кафе, где Свит откидывает хаешку на четверку, выходит на добивание Вейзика, минус Вейзик, и Вестейшн разменялся, но тем не менее атрибуции все равно остаются в численном меньшинстве. Да, у Эмки 10% здоровья, но тем не менее он в строю, и он также может оказать бой своему сопернику. От плана минус имеется по Фриду, вот сейчас уже ситуация более-менее на равных. Перемещение пошло под позиции Т-спавна, я думал, план уйдет вовсе под арку и попытаются задавить позиции Аплейн. Вестейшн продолжает караулить центральное кафе, у него прекрасно появилась информация по перемещению Эмки с центрального кафе, он должен понимать, что здесь, скорее всего, будет перестрелка с зонтов или с лестницы, да, плюсом хелпа может прийти с двойки. Вестейшн пока что выжидает момента для себя, подтягивается также соушки ближе к арке, такое ощущение, что готовится выход именно под позиции Аплейнта, но не исключено, что попытаются пикнуть центральное кафе, где будет принимать, опять же, повторюсь, МК, но как-то все максимально неопределенно. Неопределенно, и... Но МК все равно готов. Он стоит уже во всеоружии, правда, ХП не располагает, при этом приему и вход от Соу, и просто его смели. 10 ХП, не почувствую ребятами. Так, она в ходе просто зажимает кнопку левой кнопкой мыши и забирает этим самым два фрага в ряд. Ну и план. Соло. Рыдовый. И на БТР как раз-таки смотрит не так, и сейчас потопал. Пошел чекнул ЦК, никого не находит там, план точно слышит его оппонента и выходит Митака, забирая очередной фраг для себя, и раунд уходит в копилку Валитес, счет становится 5-1, смена сторон, и на предыдущей карте было то же самое, и беда, беда для атрибутов, просто сыпется, ребята. Печаль, беда. Грусть, обида, разочарование. Есть немного такое, Илья, есть. Но, тем не менее, друзья, ничего поделаешь. Давайте посмотрим за второй половиной. Насчет ставок, да, друзья, мы забыли вторую карту открыть ставки. Скорее всего, это будут делать наши модераторы, так что будьте внимательны. Но это еще не точно, мы это не обсуждали. Сегодня это точно буду делать я. Ну а там уже следите. Тем временем пошло перемещение сразу же на позиции семерки. Раскинуты были хаешки под зонты, но пока что под зонтами здесь никого не предвидится. Атрибуции играют тем временем на укреплении центрального кафе. Здесь находятся Вейзик и Соушки. Вестейшн соло закрывает выход ланга под Б-сайтом Вейк и План. Но давайте посмотрим, как же будут действовать игроки команды Вейвиктес Еспортс. Уже, в принципе, 40 секунд позади от начала раунда. Фрид выходит на пик центрального кафе. Пока что не увенчался удачей, но как минимум собрал информацию. Сделал хорошую попытку и как минимум потрепал нервы оппоненту, и чуть-чуть лишь там не хватило, но чтобы довести прицел, тут он, наверное, не видел проходящего игрока, или увидел, но среагировать не успел. И очередной выход, Вейзик минул прицел своего оппонента, и, возможно, будет Аркадий, тут как-то он так пробежал очень агрессивно, и Вейзик остался жив пока что. Но тут выход на длину. Ой-ой-ой-ой-ой, Эвастейшн, даблкил тем временем находит на ровном месте, неплохое начало, но от Райдена залетает хаешка на Вейзика, Эвастейшн триплкил, Эвастейшн квадро, отлично, но тем временем Вейк добирается до Фрида, и как результат, друзья, раунд в копилке игроков команды Атрибутс, но один раунд имеется, опять же, начало положено, но на предыдущей половине также начинали Атрибутсы с победного раунда для себя, посмотрим, будут ли они продолжать подобную серию винрейтов, но пока что они по-прежнему в крайне аховом положении. Закинули смоки под позиции Аплейнта, проход через длину уже имеется от Митака, вышел на пик двойки и тут же меняет вектор своей атаки. Центральное кафе, Фрид выходит в смоки, сразу же пикает соушки, есть минус, и Митака спокойно попытался просочиться на мидл, но у него это не удается. Зато у Фрида и Света удается найти пару минусов, но Виталий Фрид Попов вовсе остается один против двоих. Пока что у него нет информации по Эвастейшн, который так и норовит зайти на двойку, но все же терпеливо ждет. Фрид на выходе с двойки. Эвастейшн упор, он сейчас не выйдет его просто потому, что Эва сидел под лестницами, и такую позицию чекнуть сразу же не получается. И тем более, когда у тебя в руках дуала против тебя кемпера, то тут поудобнее будет, но, конечно, все мы с вами знаем, как оно вообще иногда бывает, что кемпер, порой выходя на такие позиции, просто ставит фазум и
погибает Дуалер, но очередной раунд, и Юфрит попытался быстро открыть центральное кафе, этого сделать не получилось, потерял хп, и аркада, кстати, подлиннее, где Митака. Митака на двойку заходит, разминулись они сэвы, и позиции ЦК просто были раскрыты, Митака и кричат тиммейты атрибутов, Соу и Везик, как прошел оппонент в центральное кафе. Но тем временем EvoStation пытался еще дать бой с двойки, но его закрывают здесь моментально. Только один минус удалось найти Максиму Важневу. Пошло перемещение от М-ки под КТ спаун. Здесь же готов принимать Вейк. Бомба была установлена. Но бомба была установлена под А-плейнтом, придется выбивать. У плана всего лишь 6% здоровья, выбить будет очень тяжело. Вейк находит минус по свету, но за спину открывается к нему М-ка. Погибает спокойно Вейк, и остается один план. Пошло выбивание центрального кафе, если это можно назвать выбиванием. Но с 6 хп. С 6 хп очень тяжело было здесь что-либо сделать. Даже если бы сейчас вышел там на прием не снайпер, да, который практически в 100% случаев делает ваншот, а вышел бы штурмовик, у плана все равно оставалось 6% здоровья, так что Миша бы здесь... Не знаю, если бы он там 3 головы какие-нибудь безумные поставил, может быть, еще да... Но, а так, раунд был проигран. Тем не менее, шансы на взятие этой карты по-прежнему остаются у команды Атрибутс, но для этого надо оформить 3 раунда к ряду. Пока что эта задача кажется непосильной, но все же всякое может быть. Фрит очередная игра в соло. Да посмотри, он просто в соло идет по длине. Прикрытия никакого нету, он с кимпой в упоре, Везик потерялся, смотрел альфу, смотрел двойку, Фрид кидает хорошую хаешку, 4 хп оставляет оппоненту, и Митака добивает, но тут очередной будет проход, и атака также должна, наверное, сюда смещаться для того, чтобы усилить движение в этой позиции. А обороне нужно быстрее перемещаться, но сил уже не остается. И Фрид в очередном проходе на альфу был закрыт Вейзиком. Вейзик, хорошее закрытие. Эмка в соло против игры двоих. Все так быстро поменялось, что теперь Эмке надо быстрее убивать альфу и разыгрывать эту ситуацию. Но там Соу быстро бежит на перемещение и должен, наверное, чекать закрытый плент от Эмки, который ушел с постановки. И Соу таки закрывает его, забирая раунд. Ну, хорошая стяжка, хорошее закрытие и раунд для атрибутов. А казалось бы, так все хорошо начиналось для игроков команды Invictus eSports. Опять же, приняли своего соперника довольно уверенно и начали свою атаку по двум фронтам. Выход был и под позиции А-плейнта, и под Б-сайт. Раскидываются хаешки атакой на позиции Альфы. Здесь же смоки падают под позиции вина Альфы. Отгремели хаешки на двойке. Но пока что все довольно тихо. Выход имеется центрального кафе. Соушки не смог удержать своего соперника. Вейк тем временем на размене по М-ке. Откинуты были хаешки на двойке, и здесь же Митака идет казнить. Есть минус по плану, есть также информация по Вейку, но пока что хелсбар игроков команды Invictus eSports составляет желать лучшего. Минус от EvoStation, Фрит и Райден тут же размениваются, закрывая Вейзика и Эво. Заход под Аплейн все-таки свершился, и Вейк остается один против троих. Он сейчас надежда своей команды. Хелсбар, повторюсь, у команды Invictus eSports составляет желать лучшего. Справится ли Вейк, пока что вопрос, но минус по Фриду уже зашел. Райден остается на приеме с двойки. Неплохой прострел, есть минус, и остался 1-1 против Митако. Просто префайром уходит, и сейчас Митака на хаешку должен уже налетать, и есть фраг для Вейка, это клатч 1 в 3, красавчик, но было явно тяжело, и, конечно, да, у Вейвиктисов было буквально сотка на троих, ну и Вейку не составило труда забрать, но вот второй фраг, именно под позиции двойки, префом это было нечто, вот именно что, это было очень даже хорошо, я бы сказал, ну и большой молодец, Вейк заработал этот клатч, этот раунд для своего коллектива, который определенно рад о том, что у них есть такой игрок, который может тащить эти клатчи, счет 6-5. Но сейчас этот клатч должен вдохновить игроков команды Атрибутс на то, чтобы оформить 5-й раунд на второй половине в свою копилку. Но Виталий Фрид Попов пытается руинить планы. Минус имеется по Вейзику. Здесь же Соушки разменивается. Полетели хаешки на двойку. Здесь же Митака уже находится, и Соушки явно недоволен. Почему? Почему он здесь? Мужики, кто его пропустил? Ну, трипл килл Митака. Ну, была же информация, что он с двойки разваливает. Почему Эва с ножом на него выходит? Остается Райден, который добивает Вейка. И этот раунд в копилке игроков команды Invictus eSports. Одного раунда не хватило до камбэка, хотя бы на допы вывести. Я не знаю, что сейчас с моралью команды Атрибутс происходит, но это очень обидное поражение. Да, поражение, потому что взяли то количество нужное для боевиксов, чтобы победить на этой карте. Но сейчас опять же счет лишь на раунды, Фрид в соло, и в принципе это не страшно. Сейчас Атрибутс, конечно, забирает этот раунд, но опять же... Обидно. Взяли бы они его чуть пораньше, были бы допы, и можно было зацепиться уже за встречу. Но а так это поражение. Поражение для Атрибутс. И Invictus начинает свой день со счета
2-0 по картам, и первая встреча для них – победа. Итак, дорогие друзья, мы, к сожалению, упустили момент, когда надо было открывать ставки на металл. Ну, отвыкли, отвыкли, откровенно говоря, есть такой момент. Но все же у нас были ставки на карте «Буря в пустыне», и нам с вами пора подвести итоги. «Буря в пустыне» закончилась со счетом 8-6 в пользу команды «Вейвиктос eSports». Итак, давайте посмотрим, кто делал такие ставки. Так, 10-7, 9-7, 8-4, был крайне близок Лакин, но нет. Так, на Ютубе такой ставки не было. И ВКонтакте 8-6. Отлично, Александр Гусев. 8-6 на команду Вейвиктос eSports поставил на карте «Буря в пустыне». Александр, я жду тебя в личные сообщения ВКонтакте и выдаю тебе твой подарочный код. Ну а код за ставку на Ютубе отправляется в чат, друзья. Так что кто успел, тот и, собственно говоря, съел. Сейчас у нас будет мини-мини музыкальная пауза. Нам нужно выйти на связь с нашим гостем. И как только мы будем готовы вещать, мы к вам возвращаемся. Так что далеко не расходимся, друзья.